Мэр, можно я войду? Мэр, алло, ты дома или нет? Я войду? Тут вообще закрыто или открыто? Ну-ка, о, открыто. Мэр, извиняюсь. И черт его, кажись, опять нет дома. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, добро пожаловать на мое новое видео. Если вы мой старый подписчик, то вы, наверное, знаете, что мэр довольно-таки частый гость на моем канале. У меня даже целый плейлист есть с роликами про мэра деревни жителей. Но только проблема в том, что наш мэр деревни стал появляться очень-очень редко в непосредственно самой деревне. Последний ролик про мэра у меня был около месяца назад, если мне не изменяет память. И с тех пор его в нашей деревне больше никто не видел, он просто почему-то не приходит свой дом, жители его не видят, не могут с ним обсудить проблемы деревни и прочее. Мэр — это такой житель деревни с короной на голове, который, как бы, ну, решает все в деревне. В общем-то, тут главный. Он распределяет бюджет, решает, что как будет делаться и прочее, прочее, прочее. Короче, занимается управлением. Но вот его давно уже в деревне нету и управляю... О, привет, житель. Привет, Компот. Чё, к мэру приходил? Чё, мэр приехал? Да нет, я как раз таки к мэру приходил, но мэра опять нет дома. Капец, он вообще появляется в нашей деревне или нет? Может, он так себе мэр? Я вот тоже думаю, что это за мэр такой, который не живет деревня, которую он управляет. Как он будет проникаться нашими проблемами? Как он будет исправлять все это? Ну да, согласен с тобой, Компот. Такой себе мэр. Ну реально, это бред. Если ты управляешь вот этой вот деревней, то ты должен жить в этой деревне, знать каждый уголок, знать проблемы жителей, понимать, как их решить. А он вообще даже в своем доме не удосуживается появляться. Блин, и что делать? Не знаю, житель. Мне кажется, что нужно искать нового мэра деревни, собраться всеми, не знаю, и решить, кто будет новым мэром. Ха, ну а кто может стать мэром? Да фиг его знает любой абсолютно житель, который живет тут с открытия, который знает каждый уголочек деревни. В принципе, все жители одинаковые. Ха, а ведь Компот реально прав. Мэром может быть любой житель. Может не попробовать стать королем этой деревни? А почему бы и нет? Блин, правда, меня не выбирал народ. Ну да ладно, я попробую притвориться королем. Может прокатит, а чё нет-то? Опа, кто-то пришел ко мне. Так, минуточку, сейчас. Опа. О, привет, житель, что хотел? Привет, Компот, а почему ты не на собрании у короля деревни? Чего? Какого собрания? Какого короля деревни? Мэр, что ли, вернулся? Да не, какой мэр? У нас же теперь новый глава деревни, король. Какой новый глава деревни? В смысле, я не выбирал никакую главу деревни. Короче, иди на собрание, со все узнаешь. Я побежал, а то он всем приказал быть. В смысле, что значит приказал? Эй, житель! Я что-то прикола не понял. Ребята, он что, бредит, что ли? Какой король деревни? Какой приказал? Что за бред? У нас вообще-то есть мэр деревни, который, правда, давно не появлялся, но все же... Так, погодите, я не понимаю. Какое собрание? Давайте пройдемся по деревне. Может, я что-нибудь увижу. О, вон там жители стоят, вижу. Ну-ка, давайте подойдем и... О, Чего? Чё тут происходит? Значит так, жители, я ваш король теперь, вы все подчиняетесь мне. Чего? Какой король? Какой? Дайте пройти, минуточку. Я не понял, чего? Чё за король? А сейчас я как король приказываю вам всем принести мне изумруды. Слушаемся, наш король. В смысле? Стоп, чё за фигня тут происходит? Я не понял. Тихо, Компот, не мешай мне. Стоп, что? Житель? Ты чё? Ты король, в смысле? Да, это я, тот самый житель, ну, который подходил к дому, помнишь? Да, помню, а почему ты король? Чё за фигня? Почему ты корону на себя напялил? Ну, я решил стать королем деревни, все. В смысле решил стать? Ты думаешь, что ты можешь вот так вот просто взять и стать королем жителем? Не-не-не-не-не, должны пройти выборы, потом должно... Да нафиг мне это надо, жители и так будут меня слушаться. Чего? Вот ты приказал всем изумруды принести, ты думаешь, все побегут и... И реально побежали, что ли? Да, Компот, поэтому не мешай мне становиться королем. В смысле? Да ты никакой не король, я сейчас всем расскажу, что ты не король. Только попробуй это сделать, я так давно хотел стать королем, теперь я владыка этой деревни. Какая владыка? У тебя с башкой это все в порядке, ты с ума что ли сошел? Давай, снимай с себя это все. А ну назад, иначе я прикажу сейчас жителям, чтобы они тебя убрали из деревни. Поверь, они меня слушаются, я же король. О, великий король деревни, мы принесли тебе изумруды. Да, спасибо, жители! Король любит вас! Теперь сделайте мне трон! Какой трон? Эй, жители, внимание! Это не король, это лже-король! Этот житель просто притворяется! А ну вон за стены! Ты чё толкаешься? Господин король, у вас какие-то проблемы с этим Компотом? Нам его убрать? Жители, да вы чё, с ума сошли? Я пытаюсь вам рассказать, что это не настоящий король! Он просто притворяется! Этот житель притворяется королем! Как ты смеешь так говорить про нашего короля? Ну иди сюда! А? Все!
все, нет, 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 все, тихо, 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 тихо. Чё за бред происходит? Да ничего, все спятили, что ли, эти жители? Их вообще не смущает, что этот король просто появился, ну, как бы, ни с того, ни с чего, просто так. Это обычный притворник, никакой это не король. Да их вообще не смущает то, что, как бы, он изумруды у них просит. Чё за бред, а, ребят, тут я серьезно не понимаю таких жителей. Вот как можно быть такими наивными? Просто взять и поверить королю, чтобы поклоняться ему, это вообще бред. А, чё? Что за звуки такие странные? Погодите. Звуки откуда-то с улицы идут. Так, минуточку, ну-ка, дверь открой. Не понял. Господин король, вам удобно на вашем новом троне? Да, более чем, житель. Какой еще трон? Я не понял, почему именно здесь? Так решила его светлость, его величество король жителей. Жители, вы превращаетесь в каких-то пешек, каких-то марионеток, которые просто ходят и обслуживают одного жителя, который причем еще и врет. Как ты смеешь так говорить про мое величество, компот? Я король. Да никакой ты не король, ты еще сегодня утром подкатил к дому мэру. Говорил такой, да, нам нужен новый мэр. Новый мэр. Да, не было такого. Я король, действительно. Жители, вы мне верите? Король. Я понял вас. Хорошо, делайте, что хотите. Я это просто так не оставлю. Я не собираюсь это терпеть, ведь я хочу, чтобы у нашей деревни был достойный нормальный мэр, а не какой-то лже-король, который притворяется королем и который выпрашивает у всех изумруды. Только, блин, как доказать жителям, что это не настоящий король? Они же с ума сошли. Они вон ему трон запилили, ребята, изумруды приносят, поклоняются ему, и все возле моего дома. Как же быть, как же быть, как же быть? Слушайте, ну, в принципе, у меня есть одна идея. Погодите, я хочу посмотреть, что у меня лежит в тайнике. Может, какие-то предметы мне помогут его разоблачить? Давайте на это прямо сейчас посмотрим. Что тут у нас? Ведро лавы, не слишком жесткая, меч. Не, тоже не то, мишка слишком мягко. Ребята, я тут на днях себе прикупил шикарный телевизор для того, чтобы смотреть на нем интересные сериалы и фильмы. Но, знаете, я так подумал, использую-ка я его пока что в других целях. Я даже знаю, в каких. Так, тихо, вот так вот закрываем. Так, тихо-тихо-тихо, выходим. А, король? Чего тебе опять? Он отошел от короля. Да не-не-не-не-не, тихо-тихо. Я с миром, на самом деле. Я осознал, что не могу сопротивляться его величеству королю-жителю. В смысле? То есть ты признаешь, что я король? Да-да-да, ваша светлость, я признаю, что вы король. Я признаю, что вы у нас владыка деревни, как вы себя так назвали. И позвольте искупить мою вину за то, что я вот так вот вам все это время не верил. Хм, и как же? Ну давайте через 4 часа я сниму про вас видео. Какой вы хороший, шикарный, отличный король. Хм, а мне нравится это. Да-да-да, я сниму это видео, покажу вот на этом большом телевизоре. Прямо на вашей сцене, где вы и объявляли всем, что вы король. Давай, только я тебе даю не 4 часа, а 2. Это тебе будет как наказание. Все, давай иди подготавливай там свое несчастное видео. А я пойду пока в дом отдохну. Не напрягайтесь, король, я вас донесу. Господи, какой бред. Ладно, хорошо, хорошо, пойду видео снимать. Так, ребята, естественно, никакое видео я про него снимать не буду. У меня есть гениальная идея. Смотрите, заходим быстрее в дом. Так, быстрее, а то сейчас король сюда придет. Камера, 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 куда поставить? А давайте вот сюда вот прям поставим камеру. Я надеюсь, что он ее не заметит. И теперь погнали поставим телевизор на сцену. Я думаю, вы понимаете, что я хочу сделать. Так, телек мы вроде с вами установили. Шикарно все. А теперь мы должны просто подождать часа 2. О, смотрите. Двери мне открой, я тебе сказал. Да, ваша светлость, сейчас. Господи, какой бред, какой трэш. Ну ладно, ребята, сейчас мы все это исправим. Сейчас мы все это сделаем. Так, шикарно. И теперь я должен подключиться к камере и включить запись видео. Остается только ждать. Ё-моё, я такое снял, ребята. Короче, смотрите. Тихо, блин, кажется, ко мне уже пришли. Ладно, вы сейчас все равно все сами, ребят, увидите. Это такое, конечно. Привет. Ты что такой веселый, я не понял. Тебя король уже заждался. Ты где? Тебя все ждут. А, да, да, там дело было, ладно, да. Ты записал, надеюсь, видео о том, какой наш король хороший. Да, 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 снял и нахвалил его там. Все, пойдем быстрее. Сейчас я всем все покажу. Ребят, вы сейчас такое увидите, вы будете просто в шоке. Здрасте всем, привет! Здрасте всем, всем, всем. Слышь, ты что так долго, я не понял. А, извините, ваша светлость, ваше величество, просто демонтировал видео на своем ноутбуке. Давай уже, запускай, показывай, расскажи тут, какой я всем хороший. Так, все тихо. Значит так, жители уважаемые, сейчас компот покажет, какой я на самом деле хороший король. Да, жители, сейчас я покажу, какой король на самом деле хороший. Так, сейчас я подключусь к
телевизору, ребята, вы сейчас поймете, о чем я говорю. Так, итак, все внимание на экран. Сейчас будет видео про нашего любимого короля. Да-да-да, все, король уважает тебя и любит, пока. Ах, наконец-то. Наконец-то все эти дорогие жители свалили. Блин, Компот меня чуть не раскусил. Капец, он же может всем рассказать, что я нифига не настоящий король, а всего лишь притворяюсь им. Да ладно, вроде он мне поверил. Вроде он уже сам поверил в то, что я король. Вот наивный дурачок, прям как эти жители. Ну ничего, пофиг. Главное то, что у меня есть дофига изумрудов. Я теперь богатый, самый богатый. Ну, короче, как-то так. Я не понял, король, объясните, что это? Да, король, ну-ка объясните нам, пожалуйста, прям можете вот прям вот сюда, вот давайте в микрофончик, что это такое? Жители, да он меня клеветал, вы же знаете, это не я, я самый лучший король. Да, клеветал, а то, что вон в окне стоит камера, на которой я все записал и показал, кто на самом деле этот житель, это нифига не король, это просто житель, который все это время притворялся им. Да чё вы его слушаете, жители? Взять Компота! Да мы сейчас тебя возьмём, король, вонючий! Я сваливаю! Король, ты куда? В лесу там не заблудись только! Даже поверить не могу, что он нас всё это время обманывал, я такой злой! Да, жители, я вижу по вашим лицам, что вы злые, но понимаете, не нужно вот так вот всем направо-налево доверять, не нужно ни перед кем ходить, присмыкаться, отдавать свои изумруды, это все не нужно. Если бы он действительно был бы настоящим королем, то он бы выслушивал нас. Он бы не клянчил с нас изумруды, он бы нас выслушивал. Он бы решал проблемы деревни, он бы ухаживал за деревней. Ну да, возможно, ты действительно прав, но я очень зол. Так, жители, а теперь я предлагаю всем сейчас успокоиться, через пару дней собраться на этой же сцене и выбрать нормального мэра, который действительно будет ухаживать за нашей деревней, перед которым не нужно будет бегать на задних лапках, а который будет сам все понимать и все делать и организовывать. Ведь и в этом заключается работа мэра. Ура, Компот, я с тобой согласен. Вот и все, жители, а теперь извините, у меня был тяжелый день. Ух, непросто это все-таки, непросто. Разоблачая всяких вот этих вот лже-мэров, лже-королей, но мы сегодня это сделали и разоблачили этого жителя. Так, ну я теперь правильно понимаю, что вот этот вот трон я могу разобрать себе на золотые блоки. Ладно, это была шутка. Что ж, ребята, сегодня нашу деревню покинул в кавычках король этой деревни. Так что с вами я прощаюсь, не самое время отдохнуть. Всем удачи, спасибо, всем пока, ребята.